Всем привет, Blender 2.90. Александр, на ваш вопрос по группам, именно по костям для анимации, давайте разберемся с этим вопросом. Кстати, спасибо за тему, я ее как-то не затрагивал, но я этим и не пользуюсь. Так, куб мне пока не нужен, делить на клавиатуре. Давайте создадим Shift-A какой-нибудь скелет, допустим, или давайте Shift-A добавим Human уже. Вот, готовый, чтобы кости не создавать. Теперь заходим, так, после Edit Mode заходим в Pose Mode. И вот здесь у нас вот здесь зеленый человечек. Вы видите, что здесь группы уже созданы. Вот, вот эти. Как нам теперь создать свою группу, вот, допустим, костей? Вот, смотрим, выделяем вот эту косточку, ну, допустим, вот всю руку мы выбрали. И вот хотим создать свою группу. Заходим в Pose Change Bone Layers, нажимаем, и вот у нас получается вот такие вот слои здесь. Можем вот на этот слой кинуть вот эту руку. Если через Shift мы ее выберем, мы ее будем видеть. Если мы выберем, допустим, вот только голову, можем работать только с головой. Также только с рукой. И если мы через Shift все их выбираем, вот эти косточки, то можем работать полностью вот с этим ригом. Также можно Bone Group создавать. Ну, вот, допустим, плюс группу создаем. И вот руку мы хотим на группу поставить. Нажимаем Incision. Создаем, допустим, еще одну группу. Выбираем вот эту руку. Вот эти кости. Жмем Incision. И вот у нас теперь получается две группы. Вот эти кости. Кстати, вот все вот эти вот слои должны быть выбраны. Тогда это все видно. Если вы отключаете какой-то слой, допустим, ну вот один включаете, вы работаете только с ним. Так, и вот color теперь можно добавить по дефолту. Допустим, вот в первой группе мы можем цвет поставить вот такой. В первой группе тоже можем color поставить или свой выбрать. Пусть, ну давайте, пусть красный будет. И вот у нас получается еще группы цвет костей.